тем временем мы неумолимо, или как должен я говорить, неумолимо. Почему я так должен говорить? Купите мою книгу, узнаете. Купите, прочитайте, и тогда узнаете, почему неумолимо. В общем, я тут двигаюсь, друзья, к нашему дорогому живописному мосту. Да, и нам надо успеть, конечно, перейти дорогу. И даже очень спокойно мы ее успеваем перейти. А у нас тут натура. Всевозможная натура. Ну, что сказать. Ясно, что важно не где, а с кем. Это исключительно ясно. Вот такая же горка у меня в парке Вишкар-Оле. И я ведь имел к ней полное возвращение. Ребят, полное возвращение. И я еще не теряю надежды снова возвратиться. Вот, пожалуйста. Ну, Москва — это как бы тоже как бы город, он большой. И естественно, ты ощущаешь это, что он большой. Даже, мне кажется, если чуткого человека выбросить в какой-то район и сказать ему, что вот вы, значит, в таком средних размеров городке. Вот с таким, с такими вот вроде как обычными домами и так далее. И чуткий человек, я думаю, почувствует, что это огромный город, на самом деле, мегаполис. Потому что это каким-то образом ощущается, не знаю. Мне кажется, ощущается. А мы движемся к живописному мосту.